Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Илья Бурагагатько, и это школа «Выжить и не умереть». Сегодня я вам расскажу, как выжить без воды, еды и других средств существования в тайге. С нами новый гость, это Паша Костяшко, победитель шахмат. Паш, расскажи, как ты победил в шахматы? Я туда ходил. Он туда ходил. В принципе, как и в туалет. Ну вот, мы с Пашей Костяшкой уже идем по лесу 6 часов. Вот, нашли очень полезный корень. Корень стояк марфузи. Его ешь, он очень питательный и протеиновый. Паш, кушай, мой дорогой, кушай. Но, к сожалению, у этого корня есть один побочный эффект. Дорогие друзья, у этого корня есть побочный эффект столбенения всех мышц. Дабы этот эффект удалить, есть один чудодейственный прием. Мышцы разгладятся, все придет в тонус и будет новый молодой человек.